Спасибо учителю. Депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Аксенов принял участие во всероссийской акции. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Главная цель – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Поздравляем вас с этим годом, наставника, преподавателя. Конечно, рады, что вы участвовали в моей жизни. И, конечно, очень, знаете, вот, вы передаете свой опыт из поколения в поколение нашим детям. И дай Бог, чтобы все реализовались в жизни. Это от вас зависит, и мы вам за это благодарны. Всероссийская акция «Спасибо, учитель» – замечательная возможность поблагодарить любимых педагогов за их труд. Сегодня Алексей Аксенов посетил школу номер 6, в которой учился 23 года назад. В архивах классного учителя Ирины Иосифовны Шаландиной сохранилось сочинение Алексея по литературе, которое он написал на ВКР. Ты же был у меня золотым медалистом. Вот, и поэтому сочинение, правда, черновик, я сохранила, и вот ты можешь посмотреть. Тема, ты выбрал русский писатель 20 века, идеалы, творчество, судьба. Шикарно. И привел эпиграф к сочинению, писатель. С перепуганной душой это уже потеря квалификации. Вот, сказал Михаил Зущенко. Вот это и черновик, вот посмотри. Тоже старался аккуратным, разборчивым почерком. Все это написано.